У нас шлем на второй этаж. Это Эллины пюрешки, то я тут Юли спрашивала. Что снег был, и не раз видели нога. Гостиная. Максик, видеоблогер тебя снимает. Ура! Так, у нас камин. Ага, свечи. Наверное, у нас свечи. Так, что у нас здесь? А, у нас здесь есть джакузи. Обещали его завтра запустить. Это нам такое готовит, это серьезно. Так, ну тут у нас наша Дима спальня. А где Маша? Маша? Сейчас давай посмотрим. Вы выберите. Там есть два варианта, Ксюша. Или с двухэтажными кроватями. Сюда не заходи, там Элла спит. Вот, смотри, вот такая вот спальня. Вы можете тут спать даже с Максиком вместе. Видишь, что тут мех натуральный. И иди сюда. А, там... Нет, не ходи, там комната. И вот туалет ваш, смотри, с душем. А я там... Так. А там еще одна комната. Там массаж делают. Папе, ладно, мы не будем туда ломиться уже. Пусть там массаж делают папе. Ксюша, там папе массаж делают. Ну, там закрыто. Все. Все. Вот так вот у нас тут. Историенько. Нормально у нас спит.